сразу. Бывает, как загадка, разгадаешь не сразу. И если двое вместе все путем, любовь, морковь, совсем не факт, что это реальная любовь. Привет, друзья! Я Елена Темникова. И мы вновь начинаем самое таинственное и самое романтичное шоу на музе «Реальная любовь». «Реальная любовь». Команда из 4 игроков, 3 парня и 1 девушка против звездных экспертов. Все парни представляются возлюбленными девушки, но реально встречается она только с одним. Задача игроков – обмануть экспертов. Задача экспертов – угадать реальную любовь. Впрочем, ломать голову будете вы не в одиночку. Вам помогут наши звездные эксперты. Прошу приветствовать главный оптимист российской эстрады Митя Фомин. Очаровательная, тонкая, стильная Таня Терешина. Звезда российской и белорусской эстрады Дмитрий Колдун. Скажи, у тебя есть любимый человек? Я в ожидании. Но кто-то был? Ну, безусловно. Как его звали? Как ее звали. А, ну, прости, я имела в виду человека, но да. Знаешь, шоу-бизнес такое тонкое дело, что тут не угадаешь. Ты знаешь, но она была не, она не была единственная, это была Ксения. Скажи, а Татьяна. Ты часто обманываешь? Я стараюсь не обманывать, потому что ложь всегда очевидна. Может, ты врать не умеешь просто? Не умею врать. Не умеешь, это прекрасно. А скажите, ребята, кто из вас будет капитаном? Я могу взвалить на себя этот огромный груз. Напомню только, что последнее слово остается за капитаном. И именно он в финале, если в команде будут разногласия, поставит жирную точку и примет свое решение. Первый тур. Первое впечатление. Девушка встречает в студии остальных игроков. Только с одним из них у нее реальная любовь. С кем именно, эксперты должны определить по первому впечатлению от пары. Пришло время познакомиться с нашими участниками. Инна увлекается пением. Мечтает совершить кругосветное путешествие, стать высокооплачиваемой актрисой и получить премию «Оскар». Сама себе секс-символ. За модой не следит, потому что любит минимум одежду. Как видела? Отлично. Ты любишь путешествовать? Ну, хотелось бы, да, просто возможности нет. А куда мечтаешь? Вообще хочу по всему миру. Но это надо много денег-то накопить. Да, очень. То есть надо выбирать себе такого, возможно, состоявшегося старенького дяденьку. О, нет, о, нет. И вот как Митя Фомин. Я знаю, он что... Он очень старенький. Но он просто хорошо выглядит. А, да? А ты сказала, что тебе нравится, когда мужчина много делает и мало говорит. Да. Может быть, тогда вообще нужен мужчина, который делает и молчит, но такой немой, вот знаешь? Нет, почему он? Он хотя бы что-то должен говорить, но... Ну, хоть мявкнуть когда-нибудь. Ну да, да, да. А ты увлекаешься вокалом, верно? Да. Может, споешь? Ну, пару строчек. Ночь, луна, крадется по домам. Ночь, огни, неоновых реклам. Спасибо большое, прости. Митя даже рот открыл. Вот так ты здорово поешь. Вот так, Митечка, петь-то надо. Ты уже подкупила наших экспертов. Я думаю, они тебя полюбили. А я хочу представить вам наших парней. Первый подозреваемый в страстных отношениях с нашей красоткой Инной – Никита. Никита – профессиональный футболист, работает помощником тренера, увлекается теннисом. Своим недостатком считает слишком длинный язык. Здравствуй, Никита, веселый, жизнерадостный, спишь от своей любимой. Да. Я знаю, что ты помощник тренера. Да. Как же я люблю футбол, а в каком клубе? Футбольный клуб «Москва» был, а сейчас футбольный клуб «Динамо». Сейчас перешел. «Динамо»? Да. Никита, я знаю, что ты любишь, когда женщина красиво одета. Да, это... Тебе нравится, как я выгляжу? Очень. Вы прям очень обаятельная, красивая. Я очень старалась, чтобы тебе тоже понравилось. А Инна, ты помогаешь ей одеваться? Нет, она старается сама, наверное, одеваться, но мы вместе ходим по магазинам. И ты не устаешь от магазинов? Устаю. Спасибо большое. Присаживайся, мы с тобой еще поговорим. А мы приветствуем Дмитрия. Дмитрий считает себя будущим отечественной журналистики, играет на гитаре и фортепиано. Знакомство со своей девушкой считает самым интересным событием в жизни. Дима, здравствуй. Здравствуй. Здравствуй, здравствуй, вставай сюда. Я понимаю, что ты ко мне больше хочешь или к Тане, наверное. Скажи, ты о своей любимой можешь рассказать в стихах? Ну да, могу. Ну давай, скажи как. Что-нибудь, да? Давай. Из раннего. Угу.
В комнате парят воспоминания и моменты лучших дней. Я лежу, и в подсознании промелькнула твоя тень. Шепот твой напомнит ветер, разметет все на столе, сдует сердце серый пепел и согреет душу мир. Спасибо, вот такое время талантов у нас просто. А можно мы подарим твои стихи Диме Колдуну? А лучше Мите Фомину. У него такие стихи, конечно, странные, да. Вот эти вот типа «ла-ла-ла-ла-ла, все будет хорошо». Я сначала ему завидовала, но сейчас понимаю, что надо помочь парню. Не, ну подаришь? ради бога. Спасибо большое. Присаживайся. Что ж, мы ждем Александра. Александр любит привлекать к себе внимание. 10 лет занимается эстрадным пением. Восхищается классиком советского шоу-бизнеса Муслимом Магомаевым. Мечтает уехать из ЗАГСа на белой карете. Вот он какой нежный поцелуй, вставай сюда. Я не хочу вас разлучать. Что же я, разлучница сегодня, что ли? Я знаю, что вы большой поклонник Муслима Магомаева. Да. Может быть, поете пару строчек? Могу, конечно. Спасибо. Ты никогда не бывал в нашем городе светлом, над вечерней рекой, не мечтал до зари. Друзьями ты не бродил по широким проспектам, значит, ты не видал лучший город земли. Спасибо большое, спасибо. Ты мечтаешь сыграть свадьбу где-то на природе, да, а потом на белой карете увезти свою невесту. Да, это мечта. Это очень странная мечта для мужчины. Мне кажется, обычно девочки должны об этом мечтать. По-моему, все банально. Эти лимузины, это все неинтересно. Абсолютно согласна. А мне так лучше. Природа. То есть ты принц на белом коне? Ну, можно и так сказать. Какие замечательные у нас мужчины. Спасибо большое. Присаживайся. Инна, вот твое место. Проходи. А я обращусь к нашим звездным, уважаемым экспертам. Мне не понравилось, как Никита здоровался с Инной, потому что это было нарочито наиграно. Что касается Дмитрия, то Дмитрий как-то очень быстро рассказал собственное стихотворение. А что касается Александра, то, может быть, на почве общего увлечения вокалом мы предположили, что они могли познакомиться где-то какое-то время назад. Я выставляю третью. Коллегиально. Таня, как ты думаешь? Я обратила внимание на общие интересы. Вот общие интересы у нашей героини и у Александра – это вокал. И мне показалось, что Никита, он стесняется обманывать. Он говорил такие слова «наверное», «может быть». И все-таки поставь нам эту заветную цифру. Я считаю, что это номер три. Это тоже цифра три. Спасибо. Дима, колдовство сейчас работает или ты будешь соглашаться? Ну, как-то все это очень странно. Всем кажется, что номер третий. Но вот мне почему-то, чисто визуально, почему-то представляется эта пара больше всего. И я ставлю номер два. Спасибо. Что ж, закончился только первый тур. Но не сомневайтесь, во втором туре мы больше узнаем о наших участниках и гораздо ближе подойдем к разгадке их секретов. Совсем не факт, что это реальная любовь! На канале Муз-ТВ продолжается лав-шоу «Реальная любовь». С вами снова я, Лена Темникова. Второй тур. Вопрошайка. Ведущие и эксперты при помощи личных и суперличных вопросов участникам попытаются выяснить, кто из них реальная любовь девушки, а кто прикидывается. Что ж, господа присяжные заседатели, скоро наш лед тронется. Первый вопрос Никите. А ты любишь поесть? Да. Инна хорошо готовит? Да. А кто моет посуду? Я. А вы вместе живете? Нет, мы иногда ночуем вместе, а так живем по раздельности. А у чьих родителей вы ночуете? У моих. Спасибо большое. Дима, твой секс-символ Мэрилин Монро. О, но Инна совсем не похожа. Почему? Она такая же певица, как она. А, все дело в музыке. Меня привлекают вообще женщины, как с голосом, такие поющие. Ты стеснительный мальчик? Да. Что может тебя смутить? Да, в принципе, я сейчас смущен. Почему? Что я такая? Дмитрий колдун на меня очень пристально смотрит. А все-таки не я, все-таки колдун. А сколько тебе лет? 19 полных. Сколько вы встречаетесь с Инной? 3 года. Это срок. Спасибо большое. Саша! Ты такой спокойный, ты не волнуешься? Нет. А почему? Ну, наверное, привык за 10 лет к сцене. Что важнее, Инна или пение? А вот это вот уже очень... А вдруг надо выбирать? Надо выбирать. А вот сиди со мной рядом. Вот сиди со мной и все. Или пой. Ну, я, наверное, тогда все-таки выберу цель в жизни.
Вот так? Да. Может быть, тогда ты зря сюда пришел? Может быть, для Инны это сейчас сюрприз? Да может нет, быть, зря для все эти отношения? Ясно, спасибо большое. Ну что? Сложно. Шерлоки. Они нас запутывают все больше и больше. Друзья, у вас есть сейчас возможность у каждого по очереди, начиная с Мити Фомина, задавать вопросы любому из участников. Мне хочется спросить у Никиты, сколько вы встречаетесь с Инной? 2 года. А где вы знакомились? Мы познакомились в кафе, это был город Минск, Белоруссия. Инна много выступает? Инна много выступает, да. Выступает в основном с какой программы? Со своими сольными песнями или да. с песней? У нее собственные песни. Есть какие-то. Кто их пишет? Собственно, пишет, как, насколько я знаю, ее друзья, ну и она тоже. Она сама пишет? Да. Она играет на музыкальных инструментах? Нет. Ты в доме ни у нее, ни у тебя нету ни фортепиано, ни скрипки, ни арфы, ни баяна. Нет. Какой у нее голос, какого диапазона? У нее сопрано, у нее может быть альт. Сопрано, да. Сопрано. Спасибо большое, Митя. Твои вопросы закончены. Таня, а у тебя есть что спросить? Никита, скажи, пожалуйста, а Инна в обычной жизни пользуется макияжем? Ну, частенько пользуется, но. Когда... А как тебе больше нравится, когда она накрашена или нет? Нет, когда, ну, что естественно, не безобразно, но мне нравится она. Нет, точнее, она красивая всегда. И, Александр, скажи, пожалуйста, а где вы познакомились? Мы познакомились в Минске. Тоже? Да, мы там же познакомились. Там же, да. При каких обстоятельствах? Ну, так получилось, то, что мы с ней оказались на одном конкурсе. И там мы познакомились. Спасибо большое, Дима. Но я хочу спросить у Саши, а что за конкурс был? «Бегущий по волнам», международный конкурс. Есть Нет. такой? Я не знаю, первый раз слышу. Есть. Конкурсов очень много. Какой алкоголь, если пьет, предпочитает? Я хочу у первого номера спросить. Вино красное. Ну все, вопрос нет. Допрос окончен. Пожалуйста, голосуйте. До сих пор ни черта непонятно. Я ставлю единицу. Потому что единица как-то, вот мне кажется, очень даже соотносится с Инной. Таня, как ты думаешь, кто из них? Ну, я точно думаю, что это не Дмитрий. Вначале я думала, что это Александр. Сейчас я тоже склоняюсь еще к Никите. Но Никита вот действительно путанно говорит о каких-то общих чертах. Я, короче, не знаю, запуталась. Я, наверное, для разнообразия поставлю номер один. Спасибо большое. Дима, твое мнение изменилось? Вот меня, например, не слишком пугает то, что люди разные. Вот, например, как Инна сказала, что она не любит, когда человек много разговаривает. Конечно, Никита и Саша, они менее разговорчивы, чем Дмитрий в этом плане. Но, может быть, в этом и суть. Я остаюсь на своем мнении, и мне почему-то Инна не представляется с красным вином. Я бы налил чего-то покрепче. Вау, спасибо большое. Таково мнение экспертов. Что ж, друзья, второй тур закончился, и уже совсем скоро мы узнаем, кто здесь главный герой и любовник. Впереди третий тур! Привет! Снова с вами Лена Темникова и детективное лав-шоу «Реальная любовь». Сегодня у нас в студии 3 парня, и у каждого, если верить, крепкие и романтические отношения с красавицей Инной. Третий тур. Как это было? Все 3 участников делятся интимным воспоминанием из истории своих отношений с девушкой. Не врет только один. Это последнее испытание, после которого эксперты должны назвать реальную любовь. Я сейчас попрошу Инну рассказать самое интересное и необычное приключение в ее жизни. Как это было? Меня тут как-то попросили на школьном празднике спеть частушки, которые написали ученики школы. Мне сказали прям буквально вот в этот же день. Я не могу вот так вот выйти, не выучив ничего. То есть для меня это, ну, стыдно мне так. Я говорю, да не буду я петь, ну типа, я говорю, я не выучила. Ну, говорит, ты выйди по листочку там спой или там вот сейчас выучи буквально. Ну, я что-то там выучила, листочек не взяла с собой с этими частушками. Ну, выхожу, значит, я петь. Стоп. Мне кажется, сейчас самый интересный момент. И я попрошу участников по номерами 2 и 3 надеть наушники, а Никиту продолжить эту историю.
Сначала она запнулась, но потом она хорошо сделала, обыграла это все и довольно-таки успешно все это сделала, спела, прочитала. В принципе, публика была довольна, но у нее был стресс. Вот, все. В общем-то, и нет никакой истории. Может быть, надо было что-нибудь приврать, чтобы она стала хоть чуть-чуть интересней. А в каком классе это было, когда Лена училась в школе? Я был в 8 классе. Нет, ты, понятно, а Лена, а Инна, извините. Она была тоже в 8, но она была в параллельном классе. Вы учились в одной школе? Да. Так, а сколько вы с тех пор, как она закончила школу, сколько вы встречаетесь? Как, ну вот, считай, 2 года, вот мы познакомились в Минске, ну и вот, считай, да, 2 года. Вот и все. Время вопросов Никите закончилось. Я попрошу Диму снять наушники и рассказать нам свою историю. Ну, мы отдыхали еще с родителями. На тот момент я ездил еще отдыхать с родителями. Вот мы в Беларуси ездили отдыхать. Гуляли по городу, зашли вот на концерт. Там вот этот вот «Бегущий по волнам». Мы ничего не понимаем. Он не то говорит. Стоп. Я сейчас так как-то не могу понять. Как это было? Однажды, я напомню. Ну. Попросили спеть частушки. Ну. Но она была не готова и не успела их выучить. Ей пришлось на бегу, на ходу просматривать текст, а потом выходить на сцену. Ну, я и говорю, я же рассказываю. И она напрочь забыла частушки. Так а при чем здесь «Бегущий по волнам»? Так это какой текст ей подносил кто? Подбегает дамочка такая вся. Вот этот текст, вот этот листок, вот туда вот не... Че, куда вообще? Вот это туда. Ну, ладно, короче, взял, отнес... Лежу, как впоследствии оказалось, Инк стоит там. Говорю, ой, спасибо, текст, там все клево вообще. Даже не знал, что вообще произошло. В результате потом, не знаю, тоже чудом совершенно сошлись. Вот потом после концерта уже. Скажи, а в каком году это было? Затрудняю сказать. Спасибо! Неважно, в каком году, правда, но было же. Да. Вынуждена признать, что наши первые 2 истории настолько странные, что у меня сейчас закипит мозг. Может быть, Саша, ты сможешь исправить ситуацию, рассказать реальный случай, чем же закончилась нелепая ситуация Инны с частушками? Да, честно, я даже не знаю, чем она закончилась. Я первый раз слышу эту историю. Она мне никогда не рассказывала об этом. Я даже не знал, что она частушки в школе пела. Я отдаю тебе в зубы, я бы сказала, наших экспертов. У меня есть вопрос. Вы, будучи с Инной таким творческим тандемом, вы должны интересоваться успехами друг друга. Я не верю, что люди, которые существуют и любят друг друга уже... Сколько вы, кстати, встречаетесь? Мы встречаемся год. Почему ты думаешь, Инна не поделилась с тобой столь экстраординарной ситуацией? Почем ты думаешь, это могла бы закончиться, эта ситуация? Ну, не знаю. В ее случае, зная этого человека. Зная этого человека? Ну, я думаю, она могла спокойно на ходу придумать частушки. А какая любимая песня у Инны? Есть какой-то исполнитель любимый? Но... Есть песня? Он надеется услышать, что Дима колдует просто. Не-не, ни в коем случае. Да нет, у нее нет любимого исполнителя. Она же поет свой авторский репертуар, да? Вот какая вот у нее песня самая, вот тебе больше всего нравится? Можешь песня напеть, называется вот, стихи, «Ты там, спишь». Как? «Ты спишь». «Ты спишь». Ну и какие там слова? Наверняка она ее часто поет. Это же любимая песня. Нет, да. Ну я ее слушаю. «Баюшки бою, и спит нет, нас край». Спасибо такая. Большое. Ну вот и закончилось время вопросов. Близится время ответа. Смотрите финальный раунд шоу «Реальная любовь». Это шоу «Реальная любовь» на канале Муз-ТВ. Уже финал. И самое время проголосовать, кто же из великолепной троицы настоящий счастливчик. Звездные эксперты, вам слово. У меня такое ощущение, что никто не говорил правды, потому что они все путаются в собственных же показаниях. И у меня не возникло ни одной стройной истории взаимоотношения с этой очень симпатичной девушкой. Дело в том, что люди, которые любят такую женщину, не могут не знать ее песен и не могут не знать ее истории. В общем, я даю какую-то поблажку Никите, потому что как человек... спортивный, он может на какие-то вещи просто закрывать глаза. Что касается Дмитрия, то
Дмитрий достаточно, мне кажется, для Инны альтернативен. Дмитрий очень-очень какую-то несет, на самом деле, ахинею, потому что... Но нам нравится. Но нам это нравится, да, потому что мы, в принципе, любим ахинею, мы ее сами иногда несем. Что касается Александра, то Александр очень скрывает от нас какие-то факты, как мне кажется. И я могу ошибаться, в этом случае моя интуиция меня, может быть, подведет, но вот по третьему туру я поставил цифру 3. Вот так. Вот так. Спасибо большое. Таня, я думаю, что твоя женская интуиция не подведет. Мне не понравилось, что Никита совершенно как-то... Он даже не апатично, да? Просто апатично, он просто придумал, что может быть, вот как будто вот человек даже не задумался ни на секунду. Так видишь, он искал, что соврать, но быстро соврать не смог. И сказал быстро, вот она там запнулась, но быстро выкрутилась из этой ситуации. Как выкрутилась? Я считаю, что это Александр. Хорошо. Вот, потому что он мне просто понравился. Ставьте табличку, пожалуйста. Дима, спаси нас. Я просто не совсем понял, в чем, собственно, история Никиты была. В принципе, истории нет. Дальше был Дмитрий, который рассказал некоторые какие-то, видимо, автобиографические факты. И Александр ничего не рассказал. Но мне, например, больше нравится в этой истории Дмитрий, потому что, может быть, когда два творческих человека собираются, они каждый на своей волне, я ставлю 2. Вот так. За всю игру не изменил своего решения. Митя, ты наш капитан, и все-таки последнее слово за тобой. Если бы я был Инной, то я бы, наверное, выбрал... А тебе пошло, знаешь. Спасибо, Александр. Например? Знаете, два творческих человека не очень редко сосуществуют на единой территории. Я за союз спорта и музыки. Номер? 1. Вот он. Инна, скажи, пожалуйста... Как тебе решение нашего жюри? Не, ну что, кстати, здраво, да. Но мне как-то Никита тоже симпатичен. Но все же я люблю своего молодого человека, которого зовут Александр. Александр, идите к нам. Поцелуйте же свою принцессу. Вот она, реальная любовь, реальные чувства. Спасибо большое, что вы пришли. Вы попытались проверить свою интуицию. А нам помогали Митя Фомин, Таня Терешина и Дмитрий Колдун. До встречи, друзья. Пусть и ваша любовь будет реальной. Не скрывайте своих чувств. До встречи.